Сегодня днем неспокойно было в городском саду. Там несколько десятков активистов протестовали против возможной вырубки деревьев на территории заброшенного летнего театра. По словам участников акции в городском департаменте экологии, они получили информацию о том, что эти деревья здоровы и не подлежат вырубке. Пикетчики пытались пройти на территорию летнего театра, но путь им преградили кордоны правоохранителей. Произошли даже небольшие стычки. Что вы робите? Вы чуете? Люди стояли! Хлопці, що ви робите? Ви чуєте чи ні? Ну и на территории же самого летнего парка были замечены неизвестные молодые люди в балаклавах и с дубинками в руках. Спустя несколько часов акция протеста завершилась. Однако активисты пообещали вернуться уже в эту субботу. Если их не впустят в театр, они готовы даже сломать ворота.